Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Самоделкин, и это обзор на улучшенный танк К1 от фирмы Слубан. Производитель выпускает свои недоумения, а я их, собственно, после этого дорабатываю. Собственно, человечки с прямой кишкой никуда не делись, но зато полостей уже нету. Что в этой самоделке самое главное, самое смешное? Я сохранил его возможность самоубиваться. Вот эти вот его прекрасные углы артиллерийские наводки, которые я вообще сделал шедевральными, вот до такой степени опускается, не опускается, а даже, скажем, поворачивается его пушка, так что он может стрелять даже вот так вот. Была бы пушка раз в 10 бы побольше, было бы похоже на какую-нибудь такую гаубицу. Нет, есть такая-то, не помню, как называется, которая во Вторую мировую ездила задом наперед очень быстро. Второе. Я убрал это недоумение с микроскопически маленьким люком для механика-водителя. Теперь он большой и нормальный. Вот тут сидит механик-водитель. Теперь у него есть зеркало, в которое он сможет видеть, куда едет, а не ехать вслепую, как эти таксистки из одного фильма. И, собственно, вместо полостей, вместо кучи маленьких полостей в танке, вместо двигателя коробки передач... Рюкзак отвалился. Предмет декора. Вместо кучи маленьких полостей в танке одна большая полость для десанта. Сейчас попробую увеличить яркость, чтобы туда можно было бы заглянуть. А не, ни хрена. Ну, точно, там сидит пехота. Там... Ладно, не буду фигней страдать. Он не очень легко отсоединяется, но все равно отсоединяется. Бывает не целиком. Вот что внутри. Внутри такие три чувака сидят, механик-водитель, два пехотинца, и сбоку, с той и с этой стороны, вот так вот аккуратно стоят их не шесть автоматов Калашникова, гигантских, что были в наборе. Ну, собственно, внутри все, внутри ничего сейчас особо интересного нету, даже никаких рычагов нету у механика-водителя. Может, я их потом добавлю, может быть и нет. Собственно, внутри все равно как бы не видно. Ау. Эта антенна постоянно отваливается, поскольку этот руль, собственно, нет этой фирмы. Ровно. Вроде ровно. Так, чем рассматривать башню? Так вот. Башня со скошенными углами, пробить довольно-таки тяжело. На ней куча разных приборов, вон лампочки, антенки, такие вот еще штучки. Два вот таких вот люка, вытянутых. В одном сидит механик, этот наводчик-оператор с двумя рычажками. А во втором сидит командир экипажа. Он странно сидит, мне кажется, ему там ничего не видно. Вот так. Деталь немного съехала, вот теперь ему все видно. Эти люки полностью плотно закрываются. Не знаю, правда, как со вторым, но первый точно закрывается хорошо. Сейчас вытащу мне фигурку. Их туда довольно-таки тяжело вставлять, если честно, обратно будет. Вот, полностью закрывается замечательно. А второй не знаю. О, ни хрена себе. И то оторвал его, видите? Я ему ноги оторвал.
Тебе придется чинить. Сейчас, секундочку. Все, зараза, хорошо сломался, так конкретно. Даже вот торс оторванный там внутри. Очень тяжело попасть в эти пазы, но вот, кажется, вроде попал. То есть там еще не видно нифига. Вот так вот закрывается первый. Хорошо закрывается. А так вот закрывается второй. Не очень хорошо закрывается. Доработаю. Потому что, мне кажется, если я сразу доработаю, ничего не будет видно этому командиру экипажа. Ну ладно, присоединяю командира экипажа обратно на его ноги. Блин, еще не присоединяюсь нифига. Ладно, все, короче, вот такую вот кучу костей с мясом кидаю туда просто и закрываю. И второго туда же. Ногами вперед, залезай. Да. Давай, все, залез. И на самом верху сидит вот такое вот огромное чудовище. Изюминка, можно даже так сказать. Не помню, как его зовут. Помню, что где-то из какой-то версии мультфильма про черепашек-ниндзя. Такими вот двумя здоровыми автоматами, которые ни хрена не держат. Чудовище здоровое. Собственно, добавляет танку брутальности. Может и выглядит, конечно, не очень, но мне нравится. Мне лично нравится. Будет тут вот сидит с двумя автоматами. Далеко глядит. Ну вот и все. А, нет. Деталь отвалилась. Фокусируйся. Дрянь такая. Моя камера не фокусируется. Так, а это откуда? Это откуда? А, это отсюда. Многие конструктивные особенности я попытался передать. Вот такие вот тоже скосы корпуса. Такие вот скосы башни. Танк, наверное, тяжеловат. Все-таки башня у него как-то тяжелая. Чувствуется, что сзади он уж больно легкий, а спереди уж больно тяжелый. Так что плавать-то он сможет, но будет очень сильно провисать на башню. Так что такую особенность, которую ему вложил производитель, как возможность плавать, я сохранил. Правда, частично, но ладно. Ну вот и все. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока.